Привет-привет-привет, ребятки! Мы с вами играем снова в игру «Приключения нашей кругляшки-конфетки», часть вторая, Adventure Story 2. Смотрите, какую сегодня мы классную кепочку нашей кругляшки нашли, да, и надели на нее. А вы, если помните, мы попали в волшебную какую-то конфетную страну. И вот здесь мы и ходим. Так. А тут сверху на нас какие-то молнии кидаются. Это нам совершенно ни к чему. Но похоже, что они так просто не отстанут. Так, ладно. Нам не страшны эти молнии, потому что от них легко увернуться. Зато они кидают немало конфеток. Так, смотрите, ребятки, сверху вход на бонусный уровень. Пальчик нам показывает направо, но мы обязательно зайдем в бонус сначала. Так, опа. Так, а что здесь у нас? Смотрите-ка, сколько тут всяких конфеток, их надо очень быстро собрать. Как всегда, да? Так, попробуем-ка успеть. И да, ребят, мы все успели. Мы получили сокровища. Нет, ну а кто это такие тут летают на облаке? Что-то они мне не нравятся. И ты мне не нравишься. Так. Здесь у нас какие-то как пирожные. А что у нас здесь? Ага. Девушка Джин, да, она всех превращает в конфеты. Похоже, что всех, кроме этих облачных ребят. Да, жалко, что она их не превратила в конфеты. Так, а что здесь за смешной какой-то? Помните, в прошлый раз это был как кактус, а сейчас это какой-то непонятный противник, да? И у него пистолеты, какие-то карамельные трубочки. Да, ребятки, забавно тут все, да? А ты что еще за летающая клякса? Так, толстяк, ты здесь что тут делаешь? Иди-ка, покатайся. А с кляксой это и что делать? Ага, она тоже падает, если на ней попрыгать как следует. И ты, наверное, тоже свалишься. Да, и сколько же эти будут за нами летать-то, а? Так, ребят, что-то какая-то музыка тревожная. Как бы нам не пришлось сражаться с боссом. Похоже на то. Ого-го. Какой-то... Так, какой-то босс у нас здесь тоже. Сладенький, судя по всему. Сейчас попробуем с ним разобраться. Так. Покатились. Так. И что это у нас тут? Жизни у тебя убавляются, конечно, но не так уж и быстро. А что насчет бомбочки? Да, знай, как с нами связываться. Наша конфетка-кругляшка очень крутая. Ты видишь, какая у нас кепочка? Так что даже зря ты с нами связался. И ты нас не напугаешь, что ты превратился в какой-то шипастый шар.
как тебе вот это? Ребятки, мы справились с этим боссом. Сластёна какой-то. Ребят, мы разобрались с этим сладеньким боссом. Наверное, наша кругляшка его даже и покушала еще немножечко, да? Ведь он был такой, наверное, вкусный. А вот здесь у нас пчелы, да? Так, прыг на пчелку. И на вторую пчелку тоже прыг. Так, а что здесь все шатается-то? Как будто тут какое-то море. Как будто качка на море. Цветочек. Давай-ка, уходи с дороги. А это что еще такое? Возьмем это яйцо. Нет, давайте-ка возьмем это яйцо, ребят, да? Вдруг пригодится. Так. Может быть, сейчас получится в кого-нибудь бросить это яйцо? Как вы думаете? Может быть, в ту пчелку? Ах, не получилось. Ну ладно. Мы и так по ним попрыгаем. Так, ага, ты нам, кажется, хочешь еще одно яйцо дать. Давай. Так, вот ты, сердечко. Оно восполнило нам все жизни. А в кого бы нам бросить это яйцо? Ого-го, как бы нас тут не раздавили и не превратили в яичницу вместе с этим яйцом. Так. Ага, вот и большая какая-то птица. Ну-ка, лови яйцо. А вот и пчелки, привет! Кругляшка никого не боится. Хотя пчелы, ребята, очень сильно жалят. И лучше с ними не связываться. Так. Что же здесь все перемещается? А это что за непонятная какая-то мышь, что ли? Ого! Он пытается нас схватить. Ребята, смотрите-ка, какой он боевой. Так, и что это ты тут у нас вытворяешь? Ну-ка, лови капельку. А, всего с двух капелек. Он свалился. Ребята, бежим! Так, может быть, здесь переждем? Да, точно. Так, а теперь надо бежать дальше, да? Если успеем. Так, наверное, здесь опять надо переждать. А то нас раздавят эти шипы. Эх, опять я их задел. Ну ладно, ничего. Что у нас в яичке? Так, давайте-ка посмотрим. Ну, что-то непонятно, ничего вроде нету. Так, палец нам показывает туда, но мы-то знаем, что здесь, наверное, проход в бонус. Ого, ребята, опять надо собирать на время всякие сладости. Давайте-ка попробуем это сделать. Так, немножко получилось пособирать, но это было маловато. Еще много сладостей не собрано. А будильничек-то, наверное, ждать нас не будет. Нам надо поторапливаться. Опа! Так, смотрите-ка, а, еще и монетка-то сверху. Но ничего, мы все равно ее поймаем и соберем. Ура, ребят! Мы взяли это сокровище. И теперь можем отправляться дальше. Опять ты крыса какая-то смешная и странная. Ага, она еще и бомбами кидается. Ого-го. Так, а здесь что нам придется делать? Ага, подождем, когда сейчас повернется это шипастое. Какое-то колесо или что это такое. И будем бежать внутри. По туннельчику. Пошли.
Ой-ой-ой. Да, вот так вот. Так, ребят, идем дальше. Ой, вот это да. Тут все рушится. Ура! Мы прошли это место. Вот и цветочки. Это значит чекпоинт. Нам не придется проходить все сначала, если мы даже и свалимся. Как сейчас, да? Ага. Ничего страшного, да, здесь? Сюда можно было спуститься. Что здесь за курятник, а? Вы что творите? Что за куча куриц бешеных? Хватит на меня кукарекать. Какой бешеный петух, а? Наверное, да, ребят, это не курицы, а петухи. Но ничего, мы разобрались со всем этим петушатником. Идем дальше. Собираем сладости. Так, наверное, здесь нам тоже надо пособирать. Ого, смотрите-ка, за то, что мы все собрали, что-то появилось. Ага, еще сладости. Отлично, отлично, ребят. Ну что, осталось, наверное, пробежать вот здесь. Я думаю, что мы уже, наверное, приближаемся к концу уровня. Ого. Попробуем посмотреть, что здесь. Так, здесь были еще сладости. И еще. А кто это сзади? Какой-то огромный заяц, и он за нами следит, да? Мне это не очень нравится. Петух, ну-ка не кричи на меня. Так. И ты давай-ка не ори. Раскукарекались тут. Так, ну все, кажется, мы что хотели собрали. Теперь, пожалуй, что надо будет идти туда, куда показывает палец. Ого! У нас кругляшка умеет кататься кувырком, да? Кубрем. Так. А ты чего тут гуляешь? Хватит бродить без дела. Так. Подождите нас. Ой-ой-ой, мы попали на шипы, но все равно смогли перелететь на другой берег, а теперь снова, да? Ай-яй-яй, вот это... Да, и мы еще разочек пробуем пройти, опять пытаемся, да? Ну, будем надеяться, ребят, что в этот раз нам повезет. Место там не очень хорошее. Там, оказывается, можно свалиться. Вот. Поэтому надо быть очень внимательным. Так, давайте. Начнем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И первый такой путь над землей, да, мы прошли. Теперь пошел второй путь. Вторую пропасть нам надо будет пролететь. Так, пока все идет неплохо, да, ребят? Но расслабляться рано.
Ага. И ура, ребят, мы прошли это местечко. Непростое, да? Идем дальше. Тут уже все просто. Никаких тебе пропастей. Конфетки и какой-то бонус. Ого, это бонус-магнит. Он притянет нам сейчас все конфетки, которые здесь есть рядышком, поблизости. Ага, действие магнита кончилось. Ну ничего, мы неплохо пособирали. Так. Здесь нужно прыгать по этим вращающимся квадратам. Но это не очень сложно. И вот и конец уровня, ребят. Попробуем взять жизнь. Не знаю, получится или нет. Раз, два, три. Нет, не получилось. Но конфетки тоже неплохо. Так, ребят, ну что, давайте, наверное, на сегодня заканчивать прохождение этой игры. Неплохо мы побегали с вами, попрыгали. Вот, особенно мне понравилось, как сегодня выглядит наша кругляшка в такой модной кепочке. Вот, давайте увидимся скоро еще разочек и вместе пройдем этот прекрасный уровень, где, видите, да, тут все красиво, зеленое такое, яркое, тут как шатаются деревца, цветочки. В общем, все очень мило и красиво, да? Здесь уже вовсю лето. Вот, скоро лето ждет и нас. Давайте, ребят, до новых встреч. Обязательно смотрите мои новые видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я прощаюсь с вами. Пока!